Привет! В этой нарезке увидите очередную экзодию, где я нашел 5 элис из 7 возможных. Ну и хочу сказать то, что относительно скоро на канале уже будет 6000 подписчиков. Давайте поднажмем. Ну а также не забывайте оценивать это видео. Ну и оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий видос. Ладно, всем приятного просмотра. Чат, пишите в чат, какого героя взять. Какого больше всего напишите, того и возьму. Давайте. Ишарадж, Сараканиша, Сосалайс, Сосалайс, Сараканиша. А что за него так топят? Это же плохой герой. Даже, ну, это очень плохой герой. О, нормально, другой люк. Неплохо так делать, ничего так, да? Ну да. Но я надеюсь, билеты еще придут. Сейчас все-таки вторую карту стоит взять, мне кажется. Вот она, ведь собака. Давай вот это все-таки. Птица, да фиг с ней. Отдадим ему сейчас этого. Вот этого, наверное, что там, смешные. Пускай забирает его. Ну не знаю, может быть, второй этот лучше был, но я сейчас надеюсь на 2 билета. Но это не точно, конечно, но вдруг какой-то получится. Рероллы, наверное. Ясно. Да фиг с ним. Или паролить, да не, фиг с ним. Можно было паролить на 2 как бы карты с билетами и на следующий ход сделать третью карту с билета, но... Ну, не знаю, вот если здесь билет будет, я возьму. Может, все-таки раскачку прямо сейчас кинуть, так сказать, усилиться максимально? А вот это уже серьезно. Он еще и с бублом. Ой, с этим, с этой. Что-то как-то хорошо идет пока что. Я, конечно, не хочу накаркать, но странно достаточно. Не похоже на этого героя. Может апнуться? Четвертую карту возьму. Ну давай. Может рерольнет стоило? Ну там какой шанс нафиг на это? То, что билет дадут. Билет обычно не приходит. Давайте пару... Ну, атаки еще чуть-чуть накинем. Атаки что-то недостаточно, да? Ну апнуться не могу. Не могу. Не могу. Все фигня какая-то, вообще ужас. Это уже вот это поинтереснее, да, будет. Смотри, что-то не то немного, да? Что делать? Продать вот это? Спасибо. Спасибо большое. Я могу продать вот эту карту, поставить просто все. Давайте так посидим. Давай вот это все-таки. Хотя, может, раскопку взять там. У меня есть план, чат, смотри. Придерживаюсь плану. Я беру вот эту тему. Я левелапаюсь. Я беру вот эту тему. Сейчас, смотри, план. План не сработал. Ладно, второй план. Смотри, я беру вот это. План опять не работает. ГГ. Ну, Брана взять чисто, чтобы чуть подбафить, да, наверное. Механизм, зверец. Спасибо. Спасибо. Сейчас, секундку. Ну, механизм, типа, вот это, наверное, просто вот так сделаю. Да, только пирата поставлю, получается, другого. А нафига я его продал? Можно уже было его крутить с помощью этого, ладно. Ошибка получается. Ну, по сути, да. Я же мог оставить того пирата, и пират бы крутился с помощью пирата, но... Не знаю. Я не верю в это. То, что это соберется, но в теории это возможно. Ну, давайте. Что-то пиратов дофига, капец. Ну, раскапывать нечего, да? Кэтгар нужен, и все. Вот еще... Что происходит? Откуда все эти карты нафиг взялись? Ну, по сути, кто это? Этого продам? Ну все получается, ГГ. Единственное сейчас, вот это можно, да, это бесплатная обилка. И как бы сейчас левелапнуться и с этой обилкой... А как я это могу сделать? 8 монет. Давайте так сделаем. Чат, интересно что-то, да, получается? Ну первый сейчас он ударит и ударит... Ударил неплохо. Чик. Капец, я так не хочу вылетать, это просто жесть. Эх, ну он плохо ударил. Он этого не забрал, этого не забрал. Это плохо. Для него. Для меня это хорошо. Так, обилка же работает, когда я ее уберу, правильно? То есть я должен сначала апнуться, после этого продать вот эту карту, и после этого взять уже вот эту. И сейчас? Не везет, по сути. Ну, в Колесгаса я не пойду, я буду упираться все-таки, как ни крути, в Экзодию. Просто, да фиг знает. Ну, я возьму его, конечно, давайте продам картежницу сейчас. Паролем. Это как-то такое, да, брать? Его можно взять так, чисто, чтобы было... Кстати, подожди, там же Элиза была. Ну, продать нечего, да? Я могу поставить Колесгаса. Получается, продать вот эту тему. Поставить вот это, если там болевой клич будет, например. Фиг с ним, давайте паролем. Не буду это брать. Триплет сразу дали. Чуть-чуть осталось. Можно билеты взять, но, наверное, это не те. Все-таки, мне кажется, стоит паролить чуть. Там был и пыш, но, опять же, ну, сами понимаете, это как-то такое. Ну, может взять все-таки?
Я же не могу пыша на первый слот поставить. Это будет хуже для меня. А может быть и не хуже. Я вылетел, да? Что это такое? Не, вылетел, походу. Ну, все зависит от того, как он ударит. Если там какой-то клифф стоит, да, этот первый сейчас, или я первый бью, или он, то он... Чат, сейчас. Почти собрали. Почти. Ты что выбираешь, играть через Калесгаса или делать Экзодию? Экзодию, естественно, Калесгас нафиг никому не интересен. Эти драконы в полутапках, и они достали меня уже. Я их сколько раз пытаюсь собрать, они... Ну, да золотой Калесгас обычный, нафиг ничего не работает. А вот Экзодия это уже другое, это поинтересней. А, надо было, наверное... А, нет, он уже здесь, поэтому все окей, по идее. Что за бред? Мне таунт очень сильно нужен, просто невероятно. Еще билеты найду. Ёкарный бабай, жми. Жми. Жми! Что это? Алло! Нормально. Первый удар, пожалуйста. Спасибо. У меня есть личная обида на человека, у которого есть золотой Калесгас, а он не пользуется. Он... Его уже нет. Офигеть. Это, понимаете, это всего лишь один ревендер. Можно же найти больше. Это я просто удачи пожелал. Спасибо. Спасибо огромное за донат. Спасибо большое за 20. Огромнейшее спасибо за трек. Спасибо большое за 20. Офигеть, чат, что это такое? Это обычный ревендер. Прикиньте сюда золотого ревендера из... или золотого Кадгара. Это все. Это просто жесть. 13-й ход всего лишь. Вы это видели? Чат, вы это видели? Там все 6 карт были с билетами. Вот мне не показалось? Там были все 6 карт с билетами. Ладно. Никогда не могу обилку бы сделать. Обилку бы. У меня еще чуть-чуть роллов есть, чуть-чуть. А какой шанс на это, то, что там все в билетах будет? Это же жесть. Двоих таунчу. Единственное, что я от клива, получается, не играю. Это плохо. Ладно. Спасибо. Но от клива у меня как бы этот стоит. В принципе, я думаю, пофиг. Просто возьму билет, чтобы на следующий ход сделать билет. Если этот будет следующий ход, это, конечно, не факт. Ну, посмотрим, как пойдет. Получено достижение, чат. Что-то какое-то, я не знаю, это лобби. Что это за лобби? Ну, это ГГ, все. У тебя 5 элис, а в пуле их всего 7. Блин, не везет, вторую золотую не собрал. Чат, это опять Экзодия, вы понимаете? Откуда столько Экзодий за последние недели? Откуда столько? Не, ну привет, ютапчик, 13 ходов всего лишь, но это очень интересная катка получилась. Еще один топ-1, подряд две штуки, третий топ-1 за стрим. Как это работает? Откуда столько контента? Я вообще не против, пускай будет. Ну не знаю, за Экзодию, мне кажется, лайкосик-то можно влепить разочек. Ну можно подписочку, в принципе, можно комментарий оставить, но я не знаю. Спасибо за лайки.